Когда предстанем перед Богом, что же мы скажем в оправдание? Мы сожалеть будем о многом, трудились мало мы в собрании. Мы думали, там без меня в делах церковных обойдутся. Пожить мне нужно для себя, другие люди там найдутся. Ведь Бог не спросит на суде, а сколько бедрум был твой дом? Он спросит, много ли людей ты приютить готов был в нем? Он не задаст тебе вопрос, какой машина была марки. Он спросит, скольких ты подвез и в зимний день, и летом жарким. Не спросит Бог, какого цвета твои глаза и кожа были. Он спросит, сколько людям света ты дал, когда они грустили. Не спросит Бог, где ты работал, какую должность занимал. Он спросит, скольких ты заботой в скорбях, болезнях поддержал. Нас Бог не спросит на суде, как пел ты и стихи читал, поставил голос, кто тебе в авторитете был, мечтал. Господь не спросит на суде, как дирижировал собрание. Он спросит, часто ли ко мне неслись молитвы с воздыханием. Нас Бог не спросит на суде, другие в церкви как служили. Он спросит, ты скажи, был где, когда тебя помочь просили. Опустим голову мы низко, ничто не скажем в оправдание, а время, кстати, очень близко, приходит время испытания. Как ты, подумай, брат, сестра, быть может, труд какой начать и жить не только для себя, другим от сердца помогать. Пойми, мой друг, ведь никогда не поздно в церковный труд тебе включиться. Будь мудр и отнесись серьезно, спеши для Бога потрудиться. Ведь Богу не нужно богатство, ни наши горы за плечами. Пойми, что Бог готовит царство. Войдем туда, решать нам с вами. Аминь.